По данным компании TNS Украина, это чрезвычайное происшествие привлекло наибольшее внимание интернет-пользователей. В Киеве полицейские снова попали в ДТП. На этот раз Toyota одного из патрулей протаранила легковушку «Шкода». Все произошло недалеко от железнодорожного вокзала на улице Липковского. Полицейские уверяют, они точно не виноваты. Автомобиль двигался по главной дороге со стороны центра в сторону Соломенской площади. Девушка на «Шкоде» ехала со стороны Соломенской. Поворачивала налево на вокзал, не уступил автомобиль нашему дорогу. Главная причина ДТП, по мнению полицейских, невнимательность водительницы «Шкоды», а еще погодные условия. Добавляют, если бы не дождь и скользкая дорога, водитель патрульной машины успел бы остановиться вовремя. Он ехал километров где-то 50-55, просто дорога мокрая, и его уже начало нести. Система АБС не дала полностью остановиться. В свою очередь, сестра водительницы «Шкоды», которая приехала уже после ДТП, говорит, что здесь не все так однозначно и надеется на тщательное следствие. Она мне сказала, что она уже заканчивала поворот, вообще их не было видно. Они ехали с большой скоростью. Но у нее работает видеорегистратор, поэтому уже будет ясно. Видео с регистратора или подтвердит слова полицейских, или же наоборот. В любом случае, все детали аварии должны быть выяснены. Главное, что в этом ДТП обошлось без пострадавших.